Во-первых, хочу в телек. Банально, но хочу. Я стремлюсь к тому, чтобы заработать много денег, чтобы была карьера. А, мне нужна слава, мне нужно попасть в телевизор. Зачем? Зачем? Ну, конечно, хочется какой-то рекламы, наверное, хочется. Вот. Просто хочется еще понять, какая я буду под камерами, под телекамерами, как я буду вести. А рекламировать потому что, мы что будем? Себя. Самый лучший продукт – это я. Чем я подниму рейтинг себе? Тем, что у меня есть член в штанах, но я его покажу только тогда, когда посчитаю нужным. Ну что можно сделать такого, чтобы запомниться зрителям, да? Я, допустим, вот у меня такое желание, да, оттрахать на камерах, и неважно вообще где. Вот я готова, в принципе, хотя бы для начала, для, ну, на это. Я только не готов пойти на жертвы против родственника своих. А так переступить через человека и пойти, ведь 2 миллиона долларов можно. Вообще, что ты за 2 миллиона долларов не банальное готова сделать? Продать родителей.